В областном центре прошел смотр по робототехнике среди общеобразовательных учреждений области. Всего в конкурсе приняло участие 13 команд, из них 8 городских и 5 районных. Выставка прошла ко дню Республики Казахстан. Мероприятие проводилось в рамках работы МЧС по трансформации системы и формированию в обществе культуры безопасности. Основной целью было изучение потенциала и технических возможностей, а также внедрение в деятельность органов гражданской защиты современных технологий. В дальнейшем эти разработки мы планируем изучить и проработать вопросы их внедрения в нашу деятельность. Как показал конкурс, в наших образовательных учреждениях большое внимание уделяется вопросам формирования у детей культуры безопасности и принятия мер по недопущению чрезвычайных ситуаций. Мы создали данного робота, чтобы он помогал людям доставлять какие-либо продукты, передвигать плиты, которые под завалами людей. Я думаю, что профессия спасателей очень важна для людей, и чтобы облегчить их работу, я придумал данного робота. По мнению самих спасателей, роботы детей действительно могут помочь пожарным в поисково-спасательных операциях. По итогам конкурса победителей наградили грамотами и призами. Ребятам провели экскурсию в специализированной пожарной части и ознакомились с техникой огнеборцев. Также было организовано чаепитие, на котором они поделились впечатлениями и обменялись своими идеями. Василий Павлиди, Кокши Акпарат.